давно видел эту машину. Базар, Джон, базар, темная тачка. Как он едет, ребят, вы не представляете. Легко, да, я не знаю, что он туда воткнул. Смотри, смотри, красавец. Блин, Сергей впереди. Сейчас мы его добавим. Молодец, собрал четко, идеально, все на месте у него. Все родное. Но едет, елки-палки. Очуметь едет. Она так легко, короче, у него ходит с места. Я не знаю, что за движку поставил. Салон полностью, кожа у него. Смотри, я уже 120 еду. Вообще ни о чем для него эта скорость. Я в шоке. И топит, смотри как. Ну остановись, братчан. Да я тебя сниму, ну чё ты убегаешь? Йо, все в городе вот так снимают, я уже видел. Кто вот рядом проезжает, все постоянно камеру включают. Я не буду сейчас делать так, чтобы он меня заметил, что я снимаю. Ну вот, смотрите, лялечка прям. Ой, как она уходит. Прям, не знаю. Молодец, респект ему, хозяину машины. Считается. Волга, все вот эти шилдинги, бампера, все родное. Замок чуть-чуть у него там он покоцан, а так в остальном в идеале. Смотрите, все никеля на месте. Зеркала какие-то круглые нашел, никельные. Диски поставил, кажется, если я не ошибаюсь, 17-е. Отличная тачка, смотрите, вот она. Дерзкая. Легко уходит, смотрите, как он едет. А какой вид, блин, обалденный. И там металл, ребят, я вам так скажу, он, наверное, толщина 2 миллиметра, она никогда не сгниет. В общем, вечную машину он себе собрал. Мне бы интересно было, что у него внутри там, в салоне, под капотом. Но это уже в следующем видео.